Дошкольники из Нижневартовска помогают бездомным животным. Детский сад «Радость» присоединился к зоозащитной акции «Снежный пес». Дети собрали 60 килограммов корма и передали его активистам Центра помощи безнадзорным животным «Собакофан». Сейчас на попечении этой некоммерческой организации находится около полусотни взрослых собак и совсем маленьких щенков, которым необходимо лечение, поддержка и питание. Воспитатели и зоозащитники провели для детсадовцев тематический урок добра. Дошкольникам объяснили, что число безнадзорных животных увеличивается, в том числе и по вине самого человека. Только вместе, только дружно помогать животным нужно. Содержатся в хороших, добротных условиях, но всегда нуждаются в корме, всегда нуждаются в помощи руками, всегда в поиске своих хозяев. У нас очень много животных, очень много маленьких щенков.